Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Сегодня у нас 23 марта. Я занялась посевом лука. В прошлом году я сеяла в начале февраля. В этом году что-то попозже решила. Ну вот, посеяла я вот такой лук. Лук кантри. Будет вам видно. Нет, хочу, чтобы вы прочитали. Так, потом музыка. Так, сейчас я сделаю яркость. Вот, почитайте, что за лук. Так, и вот такой красненький Red Baron лук. Ну, вот такой еще лук. Речатый сладкий эксибишн. Каждый год сажу. У нее очень крупная луковица. Правда, он долго не хранится, но все равно я его сею и высаживаю потом. Мы сколько съедаем, а остальное идет во всякие салаты. Он очень сочный. Так, потом вот такой лук репчатый комета. Так, видно вам здесь или нет? Прочитать. Белый лук это. Здесь немножко подморала, пока сеяла. Наверное, не прочитаете. Так, и лук парей. Вот такой вот русский размер. Крупный лук. И лук парей сибирский великан. Ну, вот такие луки посеяла. Сеяла, как обычно. У меня есть видео на канале, найдете, посмотрите. Я таким способом все время сею. Ящик у меня вот этот, он 16 где-то сантиметров высотой. На дно я насыпаю дренаж 3 сантиметра, потом укладываю салфеточку бумажную, ну и сверху насыпаю грунт, делаю бороздки и туда выкладываю семена и присыпаю, и потом поливаю. Можно фитоспорином полить, чтобы землю продезинфицировать. Вот так сею. Так что сейте вы, высаживайте, мне кажется, семенами свой выращенный намного лучше, чем потом покупать севок. Ну, то кому-то нравится, наоборот, севок высаживать. А я вот какой год уже сею сама и потом высаживаю. До новых встреч, хороших вам сходов, крепкой рассады.